Да ладно, опять эти огнеметчики, ё-моё. Приятного подорваться. Но. Хоть бы профит какой был. Хозяин барин. Стойте там. Ты гуляй ты. Норм. Ай, да, противные ребята. Сильные, неприятные. А главное, что у доспехов нет никакого именно сопротивления, именно огню, например. Это, кстати, тоже удивительно. Эльфионыш. Так, ну обычно старые локации далеко ходить не надо, где-то рядом. Пошлите, пойдемте, точнее, вот туда, налево сходим. В основном все это довольно быстро происходит, обратите внимание. Здоровье. Слушайте, тут замечательно с одной стороны, конечно, а с другой стороны, а чего, собственно, почему здесь опять гномы? То есть, как бы, мы же их победили, почему они опять тут? Зачем уж так-то халтурить, блин? Да ладно, о чем это я вообще, блин? Никому не нужное дополнение, судя по всему. Нет, не трогать! Блин. Любители сдвигать, уж и не попали. О, жучки. Так. Ха. А где ж тут может быть портал-то? В прошлый раз он был... Прям, считай, на входе. Паладин вообще, надо признать, в этом плане доставил минимум проблем. Даже странно. Не трогайте эту тележку. Так, ну вряд ли он в этой пещере. Нет. Пещера — это же дополнительное задание было. И жизнерадостные слизнички. Они так весело и радостно прыгают. Да смерть, смерть, успокойтесь, блин. Он хоть тут бомбометатели не подвезли. Уже радует. Так, это у нас просто телепорт, это не то. От слова совсем. Блин, за кем, простите, болтом телепорт гноми расположен так далеко? То есть сколько мы уже идем? А, ну да. Сорян.
Я здесь не прохожу. О, ребят, набуздырялись. Но они же у меня с усилением. Как есть, как будто они все время под этим самым, под мухой. Ну и толку. Не в коня корм, блин. Хм. Может, оно там? Вон один там обрядился. Смешную шапочку, так сказать. Так, так нам, собственно, куда? Вот тема. Нам, собственно, куда? Там это... Здесь это допочка, это не то. Здесь я вообще не помню, куда что идет. Так, это проход, проход, куда проход? Какое-то сокращение, какое сокращение, черт его знает. Да. Карты, конечно, немножко не хватает, надо признать. Это вроде как крепость. Ага. Шла энергия прямо по курсу, повелитель. Спасибо. Ребят, что-то от меня убегают. Или нет? О, как. Кажется, там есть что-то интересующее гномов. Значит, его можно или спрятать в сундук, или выпить. Ага. А вот и не угадал. Хм, любопытно. Давайте соберем хоть все здесь. Либо спрятать в сундук, либо выпить. Кстати, звук вот этого гномского срабатывающего огнемета один в один из этого. Что случилось? Я чуть не въехал. Уре, все! То есть, они вдруг у меня начали гореть. Ну ладно, там внизу подберем. Ха. Странно. Они вдруг начали погибать. Зеленые, синие. Угу. Ура! Зеленые, синие. Так, раз, два. Синих не хватает, да? Ну ладно. Ой, еще. Вау. Ага. Разорвите, ребят, разорвите. Все? Все, молодцы. Хм. Ну, подобрали.
Странно, что они когда просто пробегают над какими-то доспехами, их не подбирают. Вот от меня немножко это действительно, ну, на автомате просто. Ну, не обязательно, чтобы их направлять нужно было, а просто они его. Почему их не подбирают? Просто так. Мочи засранцев. Так. Красавчик. Повелитель, я чувствую, что от этой золотой статуи Голда исходит какая-то энергия. Ага. Похоже, дух нашего сварливого друга еще обитает в ней. Золотая тюрьма — это вечное проклятие в хорошем. Да? Ну ладно. Спасибо! Синие! Синие! Все! Так, этих восстановили. Не, ну золотая тюрьма, конечно, замечательно. Так, здесь у нас, видимо, выход, который откроется со временем. Окей. Там у нас... А что здесь у нас? Тут у нас, видимо, всякие плюшки. Ребята что-то одевают, что-то надевают, натягивают, не знаю, подбирают, хрен поймешь. Что-то, в общем, делают. Ладно, окей, здесь разобрались. Золотая тюрьма. Ну, забавно. Хотя еще вопрос, что хуже? Паладин, который теперь вечный палатер. Или все-таки Голда, который теперь вечная золотая статуя. Ну, не знаю, с другой стороны, уже все время хотел быть, так сказать, максимально близко к своему золоту. Вот, пожалуйста, теперь он сам золотой. Как там? Рыжий, золотой. Че-то наподбирали. Это что? Это что-то. Ребята что-то там поломали и что-то сделали. Здесь тоже что-то сделали и что-то поломали. Загадка. Вопрос, блин. Так. Ага, тоже что-то подобрали. Ого. Фига себе, красавчик какой прям за мной стоит. Не один даже. Так, ну, окей, а что его надо подобрать? Что с ним делать-то? Фига себе, чувака отшвырнуло. Не убивается. Не работает. Так. Ну. Автоген, болгарка. Не, ну по большому золото же металл, в общем-то, мягкий. Я, правда, не знаю, насколько. Врать не буду. Короче, нужны какие-то инструменты, гноми. Чтобы это дело, видимо, раздербанить. Уж не знаю, правда, зачем. Ну, зачем-то нужно. Угу. Тут золото есть. О, опять этот. А, нет, не этот. А чё, какой грустный? Так. Ой, у тебя батюшки как обрадовался. Ага, так. Так. Так, он побежал за золотом. Похоже, этому умертвию не надоедает смотреть, как взрываются гномы. Ага. Однако, если вы хотите получить золото, нужно убрать его с дороги. То есть убить. Еще один раз.
Ясно. Да уж. Смотрите, как он спешит за золотом. По-прежнему не может остаться равнодушным. Почему бы и не попробовать приманить его куском побольше? Вон оно чё. Сейчас, минутку. Сейчас они все соберут. Ой, тише, тише. Так, а как нам наверх попасть? Так, золото бегает за мной. А ну-ка, пойдем. Кажется, я понял. Пошли, пошли. Пошли, наркоманчик, блин. Гномчик-наркоманчик. Ну где ты там? Идешь? Идет. Чу, как это? Моя прелесть. Здесь. Маньяки, блин. Запах золота влечет. Ага, давай, давай, давай. Пойдемте, пойдемте, ребят, пойдемте. Не стесняйтесь, давайте, давайте. Ты. Тоже отсюда никто. О, еще один вылез. Ой, смотри, смотри, какие. Ой, какой кошмар. Больше? Больше гномов? Давайте больше гномов. Еще, еще завелась. Ты волка, капец, сколько их тут. А сколько надо-то, интересно, кстати говоря. Так, мы всех вытащили? Так, здесь, кажется, все. Пойдемте, пойдемте, ребят. Пойдемте. Я вам такое покажу, ребята. Вы такого никогда не видите. Мешок — это просто фигня полнейшая. Смотрите, ребята. Ненависть гномов Голда сильнее, чем страсть к золоту. Мне нравилась его тюрьма. Ага. Если его разобьют на куски собственные слуги, будет еще лучше. Да? Голда это не понравится. Вот так. Пейте его сильнее. Может, еще гномов привезти? Что-то эти медленно работают. Давайте, может, еще подманится. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа. Так, здесь все. А с той стороны? Эй. Ой. А, сломали? Ой, молодцы какие. Че, чувак, печально? А что случилось? То есть, Камень тесный спрятан внутри Голда. Нужно выманить еще злых бородатиков, чтобы они его расколотили. Так. Ну нифига себе. Вперед, ребята. Разорвите этих засранцев. Все в дребезги. Так, тут у нас телепорт. Берегитесь, чтобы они не начали в вас им кидать. Ладно, хорошо. Посмотрю. Они шагают очень уверенно. Интересно, куда это они собрались? Хороший вопрос. Сейчас разберемся. О,
Шагают очень уверенно, говоришь? Как по мне, не очень. Пуф, так, что-то не очень пока понятно здесь. Похоже, нужно тупо подтягивать энное количество гномов к разным точкам. Так, это мы, допустим, открыли. Он сказал, чтобы они не начали в меня швыряться. Что это значит? Возможно, идет разговор про взрывчатку. Кто-нибудь ее видит? Я нет. Больно, наверное. Блин, нет, ну круто, конечно, а как тут? Ну ок, допустим. Как это? Допустим, ква. Так, давайте это мы открываем. Есть, хорошо. Это там у нас... А, это просто призыв, да? Да, это просто призыв. Все нормально. Кого не хватает? Крась, зеленый! Крась ты! Хозяин бай! Двое где-то потерялись. Трое, точнее. Ладно, черт с ним там. Ох, елки-палки. Так, сейчас, народ. Одну минутку. Так, это закрыть. Сейчас. Извиняюсь, не буду уж это вырезать. Чисто форчику закрыл. Так, что у нас тут? Ух, елки-палки. Как же тут весело-то. Здорово. Не, давайте, ребята. Ну, допустим, с этим разобрались. Допустим, с этим сейчас тоже как-то что-то сделаем. Правда, непонятно, что и зачем. Но сделаем, но не... А, это чисто... А что это? А...
А, ты батюшки. Собираем, собираем, ребят, ну. Вроде все. Ладно, это типа... Че, на кого лагерить? Хорош, короче, ладно. Все фигня. Все тебе, чувак, все тебе. Ай, красавчик. Ладно, допустим, кван. Тут какая-то супер-мега-бомба. Беги, чувак. О, певчанская. Приятно. Так, а что у нас тут? Тут у нас опять какие-то ящики с полезными плюшечками. Да-да, хорошо. Синие. Вы же все время что-нибудь подбираете, а? Сейчас-то что же? Застеснялись. Так, ну окей, спуск вниз. И? Спрашивается, и чего? То есть в данном случае что от меня? Ну тут эти наркоманчики. Может, эту штуку надо подорвать? Наверное, да. Разорвать их, ребятки. Ну, давайте так попробуем. Ну, было даже слишком просто. Да? Вот это мы, приспешники зла, называем ловушкой. Ой, все. Ловушка, говоришь.
Видали мы такие ловушки. Видали и похлеще, и покруче. Хрень это, а не ловушка. Так, здесь 25, как обычно. Все. Жалко, конечно, что бург потеряли. Но они все-таки были заряжены. На всякое разное полезное. Пойдем, че. Я, правда, все слабо представляю, что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни ты, плюшевый ублюдок. Вот так. Ну пойдем, чё. Это, я так понимаю, еще один слизняк с золотом, которым мы сейчас приманим целую кучу придурков. Приятного вам перекуса. Мы ж не думали, что я с ним буду честный бой устраивать. Ты что, с ума сошли? В конце концов, у нас... А, то есть они еще и подохли все, да? А, то есть мы его вытащили. А, забавно. А как же оно спасено, если я эту хрень не открыл еще?